Мы все знаем правила войны. Даже самой могучей силе можно дать отпор. Для каждого действия существует противодействие. У любой войны есть две стороны. Добро и зло, составляющие единого целого. Там, где есть жизнь, есть и смерть. Пуля всегда находит свою цель. Овце предстоит погибнуть в зубах волка, а Голиафу пасть от руки Давида. От любого оружия можно найти защиту. Это истины, в которые мы верим. Но чтобы сделать свой выбор, вам придется познать обе стороны конфликта.